В ноябре 2021 года нам повесили здесь объявление и позвали нас в здание Акимата. Нас всех вызвали, всех 16 квартир здесь проживают под руководством замакима города. И сказали, что мы вам даем этот квартиру в коммунальную собственность, которая... Просто сказали, что это аварийно, и вам выдается квартира в микрорайоне Самал, 102. Там дали квартиры. Вот переехали 13 жильцов, куда все переехали. Обещали им переоформление в собственность. Через 3 года, через 5 лет им дадут. Так им сказали, якобы. Мы не согласились. Письма нам пришли, да. Что мы вам предлагаем однокомнатную квартиру мне взамен аварийной. Если у меня потом появится еще одна квартира, меня оттуда выселят. Так как арендный дает. А у меня без права со мной... собственности. Да, без права собственности. А у меня со мной была мама. Я никак не могла отсюда уехать. Вот. Поэтому здесь и живем. Да. Нам некуда идти. Деньги жалко нам. Я отдала за эту квартиру 25 тысяч долларов. В 2020 году, мы в марте купила я квартиру эту, в 2020 году. Я не знала, что она аварийная вообще. 3 миллиона 100. В вашем доме жить опасно? Опасно. Сейчас вы зайдете, посмотрите, как опасно. А, да, у меня сейчас вот эти, которые у живут многодетные, они меня заливают каждый день почти. Постоянно, что. Вот да. Начинаем на них в милицию жаловаться, они у них на нас. Гнилые. Да, нас пишут, что мы их выгоняем, многодетную семью. У них трубы гнилые, и из-за этого у них идет утечка. Ремонтировать они не хотят, потому что они здесь квартиранты, зачем им ремонтировать? Они так живут. Все вот эта вот штукатурка сначала начала падать, потом начали падать эти кирпичи. Вот они все вот здесь лежат. Я еще их туда убрала. В подвале, во втором подъезде, течет трубы водоканала. И не ремонтируют. Здесь жильцы все квартиранты. Они не ремонтируют и не хотят ремонтировать. Вот постоянно так течет реку душа. То есть в подвале там вода стоит? Да. Это дом в воде стоит. Вы видели в нашем подъезде, когда вот заходишь, плиты лежат, они уже вот оседают. Может провалиться это все. Когда-нибудь. Прекрасный момент, когда все это провалится. Они как нам объясняют, что она подпадает под программу реновации. И если реновация программу подходит, то нам положено либо равноценное жилье по площади, либо компенсация в таком же равноценном плане. Но они выбрали именно этот вариант, который им подходит, а не который нам подходит.